занять. А я один. Да блин, ну почему я такой лох? Ой, в лоха играю, да блин. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Карта Хэл, Арара, Куёка, Угабука, Думгай, вкусный пирожок, Ампер, пацаны, поздравайтесь. Здорово всем, привет всем. Здравствуйте. Я вам присылаю привет. Я буду играть за картон Кэта, а пацаны должны убегать на машинах и максимально долго выжить. Кто умирает, тоже берет картон Кэта, и в конце будет 7 монстров Хендерсона и один выживший. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, даю вам 10 секунд для того, чтобы вы убежали. А я пока проверю, как управление. Так, я могу высоко прыгать. Карта очень красивая. Надеюсь, вам такие карты нравятся. И вы поставите лайк, подпишитесь на канал и напишите крутой комментарий. Кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка где? В описании. 3, 2, 1. Все, я вышел на охоту. Пацаны взяли очень быстрые машины, поэтому, наверное, просто мне это не дастся. Но я буду стараться всех замочить, потому что я убийца. О, первого вижу. Первого вижу. Вы чё такие быстрые? Как мне поймать вас? Хорошо. Хорошо. Так, я так понял, что... Ах ты, зараза! Стоять! Стоять! Монстры Хендерсона, псих просто. Опа, вижу, вижу. Есть, отлично, спасибо, что ты врезался в него. Да я не могу так дать. Эй, стоять. Блин, достреляли, ребята, классно. Надеюсь, вы сейчас смотрите наши ролики. И улыбайтесь так же самое, как и мы. Так, 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 подлавливаем. Эй, отлично, отлично. На, есть. Куёка, я думал, ты будешь последний. Молодец, спасибо, что ты мне помог. Блин, класс. Ну что, давай, теперь нас уже двое. Давайте будем тактику. Тактика называется кольцо, окружение. Будем вместе с тобой окружать их и мочить. А где ты появился вообще? Я тебя вот выглядел. Вот ты, вот ты. Привет. Так, давай вместе. Давай, веди меня. Куда будем идти? Ты как всегда, как лох. Ой, как хорошо играешь. Вот, первый, первый. Ладно, он уедет, мы его не поймаем. Надо идти на окраину карты. Надеюсь, где-то там все зашкерились. Ребята, если у вас машина переворачивается, можете перевернуть физганом. Но если машина ваша тонет, то вы не можете уже больше участвовать. Перевернуть можно. Вижу, вижу. Есть. Давай уже взорвем ее. Бум. Так, ну что, и у нас еще один. Нас уже двое. Трое, трое уже. О, красный. Отлично, отлично. Так, Куёка, я иду за тобой. Никого, да, здесь нету? Никого. Блин, прикольная карта. Он красный. Так. Где-то должны быть. Никого нет. Они все, короче, уехали на другую часть карты. Я по дорогам катаюсь. Так, 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 отлично. Знаете, я видел красный. Да-да-да-да-да, бежим, бежим, бежим. Вижу, я... вижу, вижу. Ой, зараза! Хорошо, хорошо. Уехал Чилипиздрик, уехал. А все, он с другой стороны выехал. Да? Иду, иду, иду со всей силы. Вижу, 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 вот он едет. Его занесло, его занесло. Я бегу, я бегу, я бегу, давай, 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 давай. Там что сидит? Кальмар какой-то, да, сидит? Я вижу, нас трое уже, мы должны его окружить. Ну, давай. Это зачем ты прыгаешь лишний раз? Ты когда прыгаешь, ты очень много времени тратишь на приземление, оно не надо. Вижу, 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 вижу. Блин, хорошо играет челик, молодец, уехал, уехал. Ну, перевернулся. Так, да, молодец ты. Да, молодец, смотри, что делает. Видели, как красиво вырулил? Наверху, на крыше. Сделал сальтуху и уехал, молодец. Моя школа. Так, а где еще все? Что такое этот тут ездит? Где все? Я утопился. А, ты утопился? Ну все, тогда машину удаляй и бери монстра Хендерсона. Сразу видно, играю с профессионалами. О, вижу, Дима. А? На краю карты. Уехал. Так, я залез на гору, чтобы повыглядывать, где все. Так, давайте делаем перекличку. Сколько нас уже монстров Хендерсона? 4 получается. 4 на 4, да? А еще кто-то умер. А. Вкусный пирожок, молодцы. Ребята, ты еще погибаете просто так. Вижу серую машину. Вижу красную машину. Эта машина... Ах ты, говно, блин, ну смотрите, не могу попасть.
Так, 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 давайте, гасите. Блин, хорошо пацан играет. А кто это такой у нас такой умный? Бродяга. Бродяга, молодец, иди броди, а. Утопился. Да что вы, опытные такие. Че, трое осталось, да, получается? Двое даже, отлично. Ребята, следующий раунд будет, когда будет один, еще один умер. Один будет выживший, а все будут пытаться его убить. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, блин, выехал. Есть. Отлично, отлично. Так что, один остался? Или всех уже убили? Я еще остался. Так. Ну все, давайте, пацаны. Ищем, Ампера ищем. Ампер, ты, получается, лучший игрок в этой серии. Представляешь, ты лучший будешь, ты молодец. Вижу его. Блин, Ампер хорошо играет, пацаны. Так, давайте, если он продержится 2 минуты, то, в принципе, он будет победитель первого раунда. Но если не продержится 2 минуты, то мы будем победители. Монстр Хендерсона затащили. Так, ну здесь карта такая, знаете, интересная. Здесь можно по кругу ездить. А ты что припарковался возле деревьев? Стоять! Убил! И умер сам. Ребята, ну что, давайте теперь такую сделаем фишку, что я буду один выживший, а вы будете все за мной гоняться. 3, 2, 1. Погнали. Так, надеюсь, я продержусь долго. Главное, что не нажимать shift лишний раз. Окружаем его. Окружайте, пацаны. Это так не работает. Отлично, ребятушки. Блин, это очень страшно. Теперь понял, почему пацаны так слились все быстро. Потому что как-то сложновато. Но я буду очень аккуратно играть. Shift лишний раз нажимать вообще не буду. Ну что, пацаны, зеленую машину, мне кажется, не так сильно видно, да, на этой карте, когда я ее подкрасил? Мне как раз ее очень сильно, Дима, видно. Видно, да? Хорошо. Так, они уже меня окружают потихонечку. Есть, проскочил! Кстати, можно колеса у машины пробить, насколько я знаю, и машина будет немножко так, знаете, вилять ее. Начнет. Но я буду ездить и не сдамся никогда. Буду так, знаете, через всю карту проезжать туда-сюда. И таким образом я пройду. Давайте, если я 5 минут продержусь, то я выиграю. Согласны? Давай. Все, стоим. Попором. Минуту, я уже думаю, я продержался минуту. Давай час, Дим. Да какой час? Ты чё? Нет, не попал. Попытка была хорошая. Привет, Дим, как дела? Машина задымела! Газуй! А чё машина задымела? Ты же не попал по ней! Попал, спасибо. Да не попал ты по ней! Колеса пробились! Нет! Машина заглохла! Машина заглохла! 3, 2, 1. Погнали, битва начинается. Все, кто реально продержится хотя бы 3-4 минуты, будет победителем. Потому что еще победителей пока нету в этом ролике, никого. Снова я. Все за ним. Так. Да что ты так легко? Ну что, Арара, раз ты выиграл, убил этого чилипиздрика, теперь ты будешь чилипиздриком. 3, 2, 1, битва началась. Окружаем все его. Так, вижу, поехал, едет. Разворачивается, пацаны, идем на перерез. Арара, надеюсь, ты продержишься. Кстати, он хорошо и в тот раз ездил. Чей-то труп валяется, кстати, Among Us почему-то умирает. Труп и не исчезает. Мод такой, наверное, я знаю почему. Для того, чтобы режим этот соблюдался. Ну что? Эй! Я не попал. Давай, мочи его! Блин, зараза, так хочется его замочить. Ну ничего, мы выиграем, да, пацаны? И ему не дадим 3 минуты продержаться. Кстати, а продержаться возможно, да, 3 минуты вообще? Да. Если ездить по кругу, все, я иду навстречу ему. Надо по кругу идти. Ой-ой-ой, один раз катанул машину. Вот снул? Нет. Есть! Да. Уёка, ну что, я знал, ты очень, да, хочешь повыживать просто? Да. 3, 2, 1. Дядя Куёко начал выживать. Мне нравится дядя Куёко. Кто все хотел такого дядю Куёко, пишите плюсик в комментариях. Посмотрим, сколько нас дядей Куёк. Так, я иду ему навстречу. Потому что он сейчас тут из-за горы выйдет. Ой-ой-ой, привет. Куёко, да ты чего? А кто тебя убил? Ну что, ребята, очередной раунд. Надеюсь, когда-то в этом ролике будет у нас победитель. Пока есть никто не победитель. Но если я сейчас убью этого челепиздрика, то я буду играть за хорошего челепиздрика. Я, кстати, выхватил тактику, как играть хорошо. Слышь, он еще красит машины. Ой, зря ты это делаешь.
Есть! Нет. Есть! Я знал, что я буду победителем! Есть! Теперь буду я. Я вам сейчас покажу тактику, которую я решил применить. Возьму я вот такую старенькую машинку и покрашу ее опять же в зеленый цвет, такой максимально, чтобы был похож на траву в этой карте. Темно-зеленый. Да, ты думаешь? Да. Не, вот, очень похоже на этот цвет. Ну что, вы готовы? Нет. 3, 2, 1. Битва началась. Машина очень старая, но при этом очень быстрая. Ну слушай, Дим, теперь тебя вообще почти не вижу. Да? Так. Я сливаюсь. Почти. Вот это здесь зеленая прям, да. Вот это скорость у нее. Попал. Не попал, у меня ничего не отнялось. Нет? Не. Нет! Да блин! Ё-моё, ну почему я как лох? Это не... Ребят, это была не тактика. Это была не тактика. Блин, да я хотел... Блин. 3, 2, 1. Очередной раунд. Блин, я так тупо слился. Ну сейчас я еще раз попробую его убить. И все-таки я вам покажу тактику. Блин, ну тактика вообще какая-то, блин, фуфлыжная получилась. Он в воду упал? 3, 2, 1. Битва началась. Скорее всего, не битва, а просто поймай и замочи. Угон быстрый, он сейчас опять в воду упадет. Да вы что, издеваетесь, что ли? Вы что, в воду падаете? Вы что, не понимаете, что там край карты? Все захотели, чтобы я в этом раунде был, и в этот раз я возьму конченый запорожец. Нет, запорожец не буду, сразу говорю. Нет, нет, нет. Давайте все-таки возьму вот эту машинку, пердушечку старую. Надеюсь, она мне сможет в этом раунде принести победу. Готовы? Yeah. 3, 2, 1. Погнали. Стоять! Да блин! Ну почему я такой лох? Ой, в лоха играю! Ну блин! Ну ампер! Ну блин! Ну что, давайте, битва началась. Он уже уехал достаточно далеко. Давайте, давайте, пацаны, все за ним. А, я заметил, если вселяться, то получается ты быстрее бегаешь. Если играешь за пилпак, то он медленнее бегает. А вот, читай. Вижу, вижу, вижу. О, тут у нас уже пол карты горит. Все за ним, все за ним, пацаны. Вижу, вижу его. Давайте, если он 2 минуты продержится, будет победителем. Только ты ж с карты не улети. Спасибо. О! Ого, у меня врезался и жизнь отнял, я ему нифига. Это нечестно. Ладно, это честно, все, молодец. О, его понесло, его понесло. А он специально это сделал, а нет. Ну что, ребята, у меня есть еще один шанс. Надеюсь, я сейчас его использую. 3, 2, 1. Я начинаю. Дима слишком зеленый сделал. Ну ничего, я же специально, чтобы вы меня видели. А, это же все, все ж продумано. Там было что честно. Я сейчас в воду упаду! Нет! Чего вы так любите воду? Да уж и воду! Блин, я сейчас голова лопнет. Да почему я падаю в воду? Блин, сам жаловался, чего? Вот. Сам в воду упал. Ладно, на самом деле я поддался. Вы верите мне, что я поддался? Конечно. Хорошо, хорошо. Все, битва началась. Блин, да ну неужели нельзя продержаться на этой карте 2 минуты? Пацаны, наверное, невозможно, да? Или возможно, просто надо быть умным. Мы просто рейдиты. Опять он едет на... Ну что ты, как я? У меня швар до красного лица. Ой, это жесть. Хорошо едет, хорошо, давай врежься в дерево, упади с карты, как я. Это будет прикольно. Давай, все за ним, все за ним. Перевернулся. Это жесть просто. Короче, ролик получился очень веселый, мне нравится. Знаете, кто в этом ролике победил? Правильно, победила дружба. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Бомба полетела. Кстати, очень хорошо, мощно бьет. Господи, сейчас будет опять. Пошла взрывная ударная волна. А до нас и дошла.
А вот теперь точно все.